Вот смотрите. Тут вот что такое химтрассы. И после этого образуются вот такие странные облака. Они не пенистые. А след этот не исчезает. А он тянется. Как вытянуто облако образуется. Вот. Пожалуйста, блин. И вот так крестят, по-моему, на всей территории, блин, России, блин. И вот задумайтесь, откуда у нас что берется все. Вот оно, блин. Вот. Как же бы солнце-то вот. Вон там перистые облака идут. А вот химтрасса идет. Следующая. Вот еще одна. Им трасса идет. А та вот, она не исчезнет, она вот превратится вот в такое под вид перистого облака. Протяженное. Вот. И понимаете? И получается, что получается, вот они перистые облака. Вот перистые облака. А вот, пожалуйста, там проходит химтрасса. Она тянется через все. Вон пролетел самолет. Но он след инверсионный не исчезает. Инверсионный след это как раньше самолет пролетит, он исчезнет. Это тепловой след самолета, инверсионный. А эти следы вот не исчезают. И они вот так распыляются, растягивают их и тянутся, захватывая территории. И вот так крестят, пожалуйста, блин. Вон он, след инверсионный. А это не инверсионный, а химтрасса получается. Вот так. Вот делайте выводы. Откуда вся эта дрянь берется теперь? Все эти коронавирусы. Это может вообще химическое действовать на людей. Химические вещества, а никакой не вирус, блин. Чтоб убавить население наше. И наши, и других стран. Все они, конечно, все эти шишечки попрятались в бункера и сидят, выжидают. Вот оно, вот где был, полосочку. Вот, пожалуйста, вон там остаток остался, блин. Вот так делайте выводы и берегите себя.